Всем привет, друзья! Ну что ж, я назову этот ролик, а вы тоже так делаете? Ну вы догадались, да, я думаю? Вот чаёчек черный, пакетики. И когда мы были в поселке недалеко от Мариуполя под названием Володарск, там где люди не очень хорошо принимают мариупольцев и сдирали просто с них денежки последние, вот я повторял точно такую же процедуру. Мы либо покупали чай, либо давали в гуманитарки. И таким образом у меня получалось каждый третий стакан, кружка, либо каждая четвертая абсолютно бесплатно. Вот такие бэушные пакетики, но один раз я их использовал. И в мариупольских подвалах во время бомбежки мы тоже использовали вот такие пакетики. Тоже нам давали люди. Но подавали несколько дней и все, потому что у самих тоже все заканчивалось. Давали последнее, и потом, к сожалению, Сашенька, нет, извини, нам надо тоже пить. А у нас просто ни хрена вообще не было. Две сумки, в которой лежал ноутбук, его же не будешь грызть. Телефоны, которые тоже не будешь грызть. И поэтому ходил и облизывался, когда другие пили чай. Но теперь появилась возможность и самим использовать. Друзья, напишите в комментариях, а вы пользуетесь вот таким стареньким лайфхаком, наверное, из 90-х, из 2000-х, когда после использования кладете вот в такую пиалочку, и потом можно, кстати, и двумя пакетами заварить кружку чая, и нормально точно так же все получится. И также можно тремя. Это просто у меня так по ситуации получилось, то что три пакетика. Напишите, интересует ваш жизненный опыт.